Всем привет! Сегодня мы будем растапливать вот этот лед. Итак, сначала ставим вот сюда, включаем кипяток и включаем вот так вот кран. И мы ставим вот такую маленькую струйку. Почему-то я хочу маленькую. Так, и вот так. Ну и так льем. Да, уже глубоко там зашел. Ау, блин. И смотрите, у нас вот так вот. То есть, я бы мог бы сейчас бы вытряхнуть. Вот. Мы сделали стакан с дыркой. Да, этот опыт очень тяжелый. Но если сюда что-то засунуть, то у нас получится водяной стакан самодельный. Ну, давайте сейчас мы вот так вот поставим его. Наберем полную горячую воды сюда. И сделаем фокус. Так вот набрали и ставим наконец на наш, хоп, и вот, это фокус. И насколько он уменьшился, оп, дырка стала больше. Да, остальное я сейчас покажу, как будет это все выглядеть. Итак, я ставлю вот так вот телефон и начинаю, блин. Вот так мы это делаем. Хопа, и мы сделали водяное кольцо. Да, красивый вид, но оно скоро растает. Руки. И теперь его, как говорится, шлифуем. Ай, блин. Оно сломано. Ну, можно водяной браслет. Эй, ты что, прицепился? Нет. И он, как назло, раскалился на две части. Вот так вот мы растапливаем. Ну и, конечно, все. Вот так вот, хопа. И все. И у нас льда нету. Вот просто посмотрите на этот вид. Всем пока-пока. С вами был Святослав. И опыт.